В воскресенье выйдет в эфир программа «Неделя в городе» с Екатериной Коноваловой. И вот некоторые темы выпуска. Изнанка роскоши. Против сотрудников этого салона возбуждено там несколько уголовных дел и производится выемка автомобиля. Как элитные иномарки, купленные в столичном автосалоне, стали вещдоками, а их владельцы попали на допрос в полицию? Тариф заоблачный. Счет за покупку составляет 15600 рублей. Кстати, пока я выяснял это отношение, он вырос до 15800. Столичные аэропорты готовятся к туристическому сезону. А готовы ли пассажиры платить за предлагаемый сервис? Европейские деликатесы не в тренде. Гребешки из Мурманска, на мой взгляд, несомненно, вкуснее, чем гребешок, даже только что выловленный где-то на побережье Амалфи-Коста. Качественное импортозамещение, демократичные цены и возвращение к традициям. Москва становится гастрономической столицей. Об этом и не только. В ближайшем выпуске программы «Неделя в городе». Встречаемся в воскресенье в 10:20. Не проспите, будет интересно.